Всем привет! И заставка сразу, нихера себе. Мы продолжаем... А, и добро пожаловать на канал Джонни Плей, конечно. Мы продолжаем прохождение Devil May Cry, часть номер 4. И это какая-то курица. Это, по-моему, была какая-то курица, или мне показалось? Нихрена! Охренеть! Реально курица. Дементора-курица какая-то, если честно. Только если они проходят сквозь меня и, в принципе, безвредно, то нахер мне с ними драться, непонятно. Но мне надо с ними драться. Иди ко мне. А я не могу их бить. Я не могу их бить. Я не уверен, что я им урон даже наношу. А нет, наношу, почему же? На! О! Я понял! Такие прикольные! Иди ко мне. Я понял, как их сбить. Вот эта херня. Все, жопа вам! Жопа вам! На, ёп! Сейчас мы тебя в полете как оприходуем. Мать родная не узнает. Главное всегда понять, как драться с кем-то. Ух, я уже испугался. Все. И нету никаких гребаных After Search. Не понял. Подожди, после того, как вы одели русалку, войдите в любую зону. И эта херня, короче, будет что-то там вам подсвечивать. Сейчас испробуем. Она мне ничего не подсвечивает. Как бы так и надо. Ничего не понимаю. Он вроде как показал, что русалка мне будет подсвечивать эти самые. Всякие приколюхи. Где находятся. Но что-то пока что это не так. Или я что не понимаю. Короче, если я до конца серии не разберусь, что делает русалка, а те, кто знает, что она делает, посмотрят... Во, видишь? Что это такое? Чего это? Она светится. Она и тут светится. Короче, реально, я хер его знаю, что она делает. Поэтому, кому не трудно, опять светится. Вот, табличка. А, тихо, это миссия дополнительная, да? Если это она, то я дебил. А это она. Нет, спасибо, не хочу. Она, получается, подсвечивает дополнительные миссии. А почему она светилась вот там, слева? Там же не было дополнительной миссии. Или я что не понимаю? Либо она что-то еще показывает. В общем, если кому не трудно, все-таки отпишитесь. Дурачку мне объясните, что она делает. Чтоб я уж прям точно знал об этом. Еще одно, кстати, отличие от третьей части. Если ты проводишь вот такой вот удар, тебя могут грохнуть. В третьей части, по-моему, такой штуки не было. И это то, что ее изменили. Это прикольно. Потому что тебя, в принципе, могут уделать. Пока ты занят кем-то другим. Тихо. Упал. Перепил ты, друг мой. Нельзя тебе летать. Я, блин, не смог в полете. Печаль. Ой, не-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 не, хорош. Я ему щит сломал. Ни хрена себе. Я не знал. Опять светится. Опять светится. О. Подожди. Опять тайная миссия, что ли? Да, секретная арена. Что ж, в принципе, я более-менее понял, что она делает. Она подсвечивает все тайные и неявные места, где находятся тайные миссии. Опять-таки, тавтология какая-то херовая получается. Ну и хер бы с ней. Самая бесполезная хрень, что я видел. По крайней мере для меня, потому что эти миссии я проходить не хочу. И, что, откроется? А, ну да, логично. А, куда я спрыгну-то? Мост.
А если я ее уроню, она вряд ли уронится. Ух ты, там что-то есть. Если там ничего не было, это было бы странно. Главное не уронить. Тень-тень-тень-тень. И самому не упасть. Ох. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Все порушил просто. Прям как Данте. Тоже любит все рушить к херам. Башни всякие там. Братьев в аду. Тихо. Тихо. Где? Вы что делаете? Собаки дикие. Я ж ничего взять не успел. А тут какая-то новая способность. Опять вы? Да я ж уже научился с вами драться. Вы теперь вообще угрозы не представляете никакой. Да блин, ну главное попасть. Давай. Слэмданк. Отлично, прям за одно комбо его уработал. Иди ко мне. Блин. Ой, этого за одну комбо не уработаю, по-моему. Еще раз. Ну, не-не-не-не-не. Ай, собака. Иди сюда. Ни хрена, ты что это там сделал своим каратулей? А одного удара не хватило, ты прикинь, одного удара, твою мать. Так, подожди. Хилка. Хилку взять. А, где моя новая способность? Талисман ветра. И теперь я могу на них летать. Понял? Я не дурак. Я теперь все понял. Как мне попасть сюда? Этого я не понял. Видимо, потом. А, я ж помню такие штуки. Помню, помню, помню. Ага, ты думаешь... Ты реально думаешь, что я вот сюда не буду, не захочу попасть? Опять сраные тайные миссии. В гнездо себе их затолкайте, пожалуйста. И не высовывайте больше. Можно было бы их отключить вообще. Нету такой кнопочки. Пусто. Блин, нет. Дебил. Здравствуйте, я дебил. Что это такое-то? Еще раз. Там какая-то хрень интересная. О, святая вода. Ясно. Не настолько интересная. Да. Не-не-не-не-не-не-не. Ой, еще что-то есть. Не знаю, есть смысл или нет, но давайте разобьем. Может быть, что-нибудь... А нахер? Я вообще не знаю, куда можно потратить 350 тысяч этих душ. И, ой, в сам... Так, подожди, а тут красная. Она ничего не делает, красная? Нет. Ладно, в жопу ее. Пойдемте на самый верх, а то и так уже долго тут туда-сюда прыгаю. А, кстати, еще синяя есть штука. Если кто видит, она в самом низу, буквально чуть-чуть правее от красной хрени, есть синяя хрень. Я вылез. Отлично. Опять драться с кем-то. Кто здесь? О, я знаю это место. А тут... Ай, нет. Кстати... Это уже пятая миссия за Неро, и нам до сих пор не дали ни одного нового оружия. Эту хрень я за оружие не считаю, конечно, это способность просто. Как-то обидно. Вообще обидно. Блин, сейчас что-то обидно стало, я только сообразил об этом. Помню, в третьей части, кто помнит, там буквально каждые пару миссий давали какое-нибудь новое оружие, какую-нибудь гитарку давали, новый меч, стволы новые. А тут же просто хрен... Прям какой-то кризис, что ли? Ну-ка, давай вот этого последнего сейчас угрохать. Чтоб не мешался под ногами. Ах ты пес, иди сюда. Этого убил. Тихо.
Отлично. Иди сюда. Готов. Открывай ворота, я пошел дальше. Опять тут, кстати, это семи... Вот туда вот как попасть... А я там был, может быть? Вполне может быть. А, я сообразил. Я понял, куда мне идти. Все, я понял, куда мне идти. Вот дурак. А у нас же в центре зала этот самый... А, скажи мне, я скажу. Прыжок тоже есть, да? Да, все верно. В центре зала тоже есть прыжок. Люстра. Ща перерубим, сейчас полетаем. Ой, дедулю жалко. Ой, дедуля, ну картина же, ну картина, ну творчество. Ясно, дедулю мы не любим. Ну и хер бы с ним, с этим дедулей, он мне никогда не нравился. И картина говно. Эй, ты. Что такое, не сломали что ли? Ты что? Да ты гонишь. Как так не сломали? Это же дедуля. Он же старенький. А, нет, сломали, все хорошо. Грудак дедули пробили. Фу. Так, я быстренько, вот буквально быстренько смотаюсь на мост. Ладно, погнали в дедулю. Куда-то вниз, какое-то подземелье. Нельзя, да? Ладно, подожди, а как? Странно, как нету хрен взять тогда. О, дедуля-то был с этим самым? С причудой? Чё-то это вообще... Ну хотя это может быть внутренняя часть замка. Такая, как в метро, скрытая ото всех. Опа, кровать. Это кровать? Нет, это не кровать. Это кровать. Это дедуля. Это дедуля и баба. Нет, этот мужик. Или это баба? Кто это? А-а-а, я тебя знаю, я тебя знаю, я тебя помню, хорошо. Ты вроде как... Ни хрена. Дедуля заражен. Или нет? А может все дедули так делают? Не похоже. Вполне может быть ритуал изгнания демона какой-то. Все. По-моему, дедуля кончился. Нет, еще дышит. Или это был последний вздох? Выдох, точнее, если быть более точным. Кто теперь главный у нас? Не, смотри-ка. Вы проснулись. Кредо. Мои люди преследуют Данте. Это лишь вопрос времени перед тем, как мы узнаем, где он находится. Он пришел за нами. К сожалению, я не был готов к чему-то там. Какой-то церемонии. Ты кто такой? Почему ты мне клоуна на... Ваше Величество! Ваше Святейшество! Святейшество! Вы выглядите потрясающе! Он мне клоуна напоминает из третьей части. Прям нереально на своей хлебальном нам напоминает. Ты послала этого ребенка Неро, чтобы найти Данте? Ты сомневаешься в моем командовании? Да! Ты должен посвятить меня... Ты что-то там должен мне сделать, скотина. Наша главная задача — поймать Данте. Почему ты... Кредо. Да, ваше святейшество. Собери всех. Я должен им объяснить, почему это так важно. Конечно. Большегубка. Кто же вы такие, черти? Может, они как раз такие сосуды для демонов? Вполне может быть, по-моему. По-моему, вполне может быть, что это некие сосуды для демонов. Посмотрим. Что ж, на этом мы и закончим. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.